22 июня 2010 года страну потрясла новость о дерзком побеге группы осужденных из Актаусской колонии строгого режима. В числе тех, кто предотвратил его, был рядовой срочной службы Ербол Утарбаев из Южно-Казахстанской области. За свой героический поступок юноша награжден орденом Айбын третьей степени. Все трагические события стали для него судьбоносными. Он полностью посвятил себя службе в Национальной гвардии и защите Отечества. О его подвиге сняли фильм на телеканале «Хабар». Сегодня в семье Утарбаевых радостное событие. У национального героя Ербола родился первенец Руслан. На выписку жены и сына он пришел не один. Ербол самый младший в семье. У него три сестры и два брата. Он родился в год, когда республика обрела независимость. С ней он рос и закалял характер. А в 18 лет совершил героический поступок, который изменил всю его жизнь. Чуть ли не ценой жизни предотвратил побег заключенных из колонии. Его пытались убить, ранили, но он не сдался. Как сейчас вспомню тот день, когда из колонии, где я служил, планировали сбежать заключенные. Я пытался им помешать. Думаю, что на моем месте так поступил бы каждый. После этого я решил, что стану военным, буду защищать родину. Окончил военный институт и теперь служу в Национальной гвардии. Теперь у него есть все, о чем мечтал. Большая и дружная семья, хорошая работа, дом и надежные друзья. Он очень отзывчивый и отважный, помогает всем. Он настоящий герой, которым мы гордимся, которого мы ставим в пример молодым бойцам. О подвиге простого южноказахстанского парня, который не побоялся противостоять преступникам, телеканал «Хабар» снял телевизионный фильм. Картина скоро выйдет на экран. Наталья Цонурмахамусатов и Нурмахан Бекмуратов. «Хабар-24», Шымкент.